Вот по объему, по кузову, по всем фронтам эта машина стоит своих денег. И даже, возможно, цена где-то даже ниже, чем вы получаете от этого приобретения. Ребят, нету особо времени снять нормальный обзор на этот автомобиль. Клиент ждет очень эту тачку. Это Prius 2014 года. 30-й кузов, 1.8 мотор, гибрид, вариатор, 99 сил. Рестайлинг от 2012 года. Комплектация у нас L-ка, да? Я их сразу определяю, нету метлы. Значит, L-ка. Так, что-то у нас не открываешься. Так, светлый, вот я вот никогда не понимал, почему салон темный, это круто. У них такая обивка сидений в таком цвете, и такой материал появился только после рестайлинга. Зачем делать светлый багажник? Зачем? У меня постоянно вот это вот все. Я потом снимал все панели на мойке, мне их запенивали, какой-то пеной там зачищали. Короче, это, не понимаю я. Да, отличие то, что у Приуса под задним сиденьем батареи, поэтому есть куда колесо воткнуть. Аккумулятор у него вот здесь. Вот он. С газоотводом все как надо. Напоминаю, если вы покупаете гибриды, вам нужно искать особые аккумуляторы с газоотводом. Чуть-чуть подороже. Багажник большой. Я на моря ездил на 30-м Приусе. Прям это нормальный багажник. Полирок. Какие-то вот такие вот моменты надо тампонить. Салон, вот этот вот ткань мне вообще очень нравится. Очень. У меня был 10-го года Prius, и у меня была, к сожалению, ну, дорестайловая ткань, да, так назовем. Вот это вот очень приятно. Давайте посмотрим под капот. Я сейчас на всех тачках, короче, смотрю цвет масла. Светлая, кстати говоря. Вот красавчик японец. Светлое прям масло вообще. Можно не менять. По-русски внимание. Так. Ну, мотор вообще чистый. Да, на ноте предыдущей, конечно, 12 тысячах уже был кокс. Вот отношение японца, да, даже перед торгами поменял масло. Надеюсь, в вариаторе оно тоже. Но в вариаторе тут нету щупа на вариатор, насколько я знаю, и придется. Ну, короче, так не посмотришь. Лампочки менять, какой тут гемор, вообще просто гемор. Еще он туда рукой лезть. По-русски. Молодцы японцы, понимают, что, короче, на Россию берут праворукие, делают переводы на наклейках своих. Фара что? Фара не запотевшая, фара в хорошем состоянии. У меня мутноватые фары пришли. Здесь вообще все нормально. Так, что у нас тут? Да, вот такой вот у нас магнитофон, так назовем. Ну, бедная комплектация. Где же я свое счастье? 63 500. Ну, для Приуса это вообще прям, я не знаю, реально на этой тачке можно будет ездить очень долго. Очень долго. И сразу отличие, да, то, что вот здесь вот у него нету подстаканника. Нету подстаканника. Нет тряпка.
Ну, тут еще должен быть подстаканник один. Короче, не тряпочный подлокотник. Ну, в общем, в принципе, особо прям каких-то таких вот прям принципиальных отличий нету. Ну, конечно, магнитофон, нету метлы. На руле что у нас? Да, на руле все то же самое. Это там у них в эстаурингах, там, по-моему, Bluetooth уже идет. Там у них мафаны, каразери идут. Нормальная тачка. Вот прям, блин, вот я отъездил на Приусе чуть больше года. Прям вот воспоминания вообще хорошие. Так, чуть-чуть прокачусь кружочек, хочу вспомнить вообще, как это тачка, сравнить ее с Саем. Вот, кстати, 1.8, вот по трассе, если вы с Дальнего Востока и вас обгоняли Приусы, ну вот они прям вот вообще нормально дубасят. Так, у нас включен режим эко. Нет, не включен. А, эко он на малых оборотах зажигает лампочку. Мягенький. Пластик дешевенький. Но все, кто ругает Приуса за там дешевые материалы, зато у нас красивый кузов, зато у нас мотор 1.8 и у нас гибридная установка. Не какая-то там хондовская на 22 киловатта, а на 60. Ну, то есть, которая нормально тянет, нормально на спотак. Ух, нормально прям. С этим ремнем, ну, достанет же. Так, ну, я вот сразу чувствую, что это легкая машина. Я чувствую это из-за того, что, ну, вообще просто ощущения, да, передают, как машина едет, как она подпрыгивает на всяких неровностях. И то, что у нас шумы проникают внутрь салона. Да, конечно, это тоже разоблачает бюджетность данной модели. Но в данном сегменте, вот до 1 апреля, до того, как поджали Юриков, да, ну, растамаживают на Юриков, Приуса можно было взять за 600, ну, 20-30, 620-630 тысяч рублей, это... Да, 12-й год можно было взять, можно было. Вообще прям хорошая цена. Сейчас, конечно же, эти машины, они стоят 780, там, 820, более-менее что-то живое. Там это L, либо S комплектации. Там, S Touring, конечно, подороже. Если вы видите на рынке цены, там, 740, 750, таких цен нету. Тем более, это еще и продают на рынке, хотят что-то заработать. Таких цен нету на эти автомобили. Нету. Это тачка с каким-то подвохом. Так, в горочку едем. Нормально тянет. Я прям не слышу рыка мотора. Ну, прям вообще, вот вспоминаю, да, вообще нормальная тачка. Я еще помню, когда уже все купил Сая на аукционе, все, ну, буду продавать Приуса. Я прям, короче, вот педаль давил везде практически. Блин, он так вообще нормально тянул. Я прям, ну, даже удивлялся, ну, насколько настроен очень хорошо бензиновый мотор с гибридной установкой. Но он тянет вообще прям нормально. Еще я вот слышу сейчас такие еле-еле такие сверчки откуда-то сзади. Блин, Prius постоянно мне напоминал, что мы едем в хэтчбеке. Это всякими сверчками заднего ряда сидений. Постоянно какие-то шумы оттуда были. Вот. И, допустим, знаете, там, ну, после бокса, да, у тебя воняют перчатки, у тебя воняет шлем, там, боксерки. То есть это все, ну, в поту, да, ты только что занимался, там, с тебя бежало, там, 7 ручьев. Вот, и ты кидаешь это все в багажник, и чтобы это, ну, ты ж не стираешь это каждый день, тем более перчаткам надо высохнуть. То есть я там оставляю, просто открываю сумку, и как бы это все само просыхает. Блин, вонь в салоне, караул. Мне вообще думаю, блин, ну как вообще вот в этих хэтчбеках что-то там, если у тебя что-то там завонялось в багажнике, но это все, вонь на весь салон. Вот, допустим, я сушу перчатки в Сае, просто их кинул в багажник, из сумки вытащил, просто положил, все, они сохнут потихонечку, до следующей тренировки они высыхают.
И у меня нету вони в салоне. У меня в салоне пахнет вкусно вонючками. Блин, в Приусе постоянно воняло. Я багажник, и все равно напитывает ткань, панельки. Потом это все чистишь. Короче, постоянно на химии был. Вот. Блин, Prius классная тачка. Мягкая. Едет нормально. Красивый кузов. Мой любимый белый цвет вообще прям. Я кайфую от этой машины. Заставляет вспоминать приятные моменты. Да, ну, конечно же, я ездил на машинах дороже, на машинах побогаче, по всем фронтам и по мотору, и по вообще по интерьеру и так далее. По всем фронтам машины были дороже, но цена-качество этой тачки просто зашкаливает. Это, ну, это как Prius Alpha, только Prius Alpha еще круче, вот цена-качество. У меня девочка садится, короче, за Сая, там, и вообще, там, за гибридов, и она говорит, блин, а что они так вообще медленно стартуют? А я уже так привык, то, что ты на гибриде нажимаешь педальку, он такой думает, а потом только едет. Вот, я так привык, у меня вообще такая плавная езда, вот именно со старта, с торможения. Потом садишься за обычную бензиновую машину, вообще как, ну она рвет сразу, у тебя обороты там 2500, там 2000, блин, короче, вообще непривычно. Prius, так же как на Сае, вообще плавненько стартует, мне вообще нравится. Если тебе надо вот прям поехать, ну ты просто педаль нажал на 30% сильнее, все, ты едешь как бы. Ехал по Хабаровской трассе в сторону Владивостока. И едут машины. Я ехал днем, поэтому все хорошо видно было. И многие люди выбирают поездку по трассе днем. Ну и правильно, да, то, что видно ямы там издалека, там, ну и вообще обзор хороший. Едут фиты третьего поколения. Ну, не знаю, да, там ГП-5, ГК-3, там, может, ВДОВы, даже ГП-6. Едут аквы, это все без номеров, да, их отличить как? Тачки без номеров едут. И едут Приусы. Все, ну, прям, ну, я не видел Прадика без номеров. Или, допустим, там, я не знаю, марка Икса, то, что по трассе он ехал куда-то там в сторону Хабаровска. То есть, короче, прям гибриды берут. Сейчас сделаем какое-нибудь выгодное предложение по покупке гибридов. То есть, это будем, не знаю, скидку давать на покупку гибрида. Будем дарить годовой запас масла на гибриды. Что-то вот подобное сделаем обязательно. Сейчас решится вопрос с документами по ГЛОНАССу. И если все будет хорошо, будем мотивировать людей брать именно гибриды, не брать какие-то просто бензиновые версии, если у машин есть варианты с гибридными установками. Можно сделать шумку, и тогда эта машина вообще будет радовать. Но тут еще, да, шумоизоляция. Все еще зависит от резины, в том числе. Ты можешь сделать хорошую шумку, но если ты не сделал арки, а сделал, допустим, двери, пол, арки, и в ногах там, да, водителя, пассажира, ты не сделал шумоизоляцию, то ты слышишь шум резины. То есть еще надо выбирать по мягкости резину. Но я вот в этом особо не соображаю. У меня, в принципе, в САИ меня удовлетворяет шумка, поэтому я вот особо не разбираюсь. Но просто человек, который... Вот у меня друг сделал шумку, и он говорит, особо ничего не поменялось. Ну, как бы шума меньше, но не настолько, сколько я ждал. И ему потом грамотные ребята, которые занимаются вообще вот этим направлением шумоизоляции, музыка, они ему сказали поменять резину на какую-то там определенную, и только тогда он увидел разницу до и после. После шумки и после замены резины с шумкой, вот тогда была видна разница. Ребят, тачки ставлю 10 из 10 по всем фронтам. Да, стали дороже, но так как сейчас нельзя, да, не имеет смысла завозить 11-12 год, то, что юрлица чуть-чуть поджали, вы завозите молодую машину 13-14 год, у вас машина моложе, потом вам продавать ее будет легче. Даже с такой ценой под 800 тысяч рублей эта машина
стоит своих денег. Вот прям стоит. Вот про Форика, да? Про Форика. Мы его будем смотреть тоже. Про Форика можно еще там подискутировать. Можно взять там X-Trail, а можно взять то, а можно взять это. Но про Приуса, если вы рассматриваете какой-то вот... А в принципе, какие у него конкуренты? Я даже, блин, даже не знаю. Он выше классом, чем фиты, там, аквы. Я даже не знаю. Ну, в принципе, такой большой хэтчбэк. Акцела в кузове хэтчбэка. Или там Атен. Ну, Мазда вообще не берем. Они вообще мертвые. По ним вообще нету спроса. Не знаю, у этой тачки нету конкурентов. Поэтому ее покупает весь мир. Это лидер продаж в Японии. Приус. Ну, и аквы туда же отнесем. Аква — это маленький Prius. Ну, еще и дешевле на почти там, сколько там? Ну, сколько Аква? Ну, возьмем, грубо говоря, 550, да, можно живую взять. Приусы по 800, 250 тысяч, разница. Хороший, чистенький салон, тянет на 65 тысяч. Клиент будет очень рад. Очень ждет машину, приходит он недалеко. Недалеко работает, либо живет от нашего офиса, заходят гости. Ребят, когда тачку отдадите? Сегодня получит, будет радоваться. Услышал в нашем видео про 1 июля и решил купить себе автомобиль. Ну, сделал очень правильно, потому что, я думаю, непонятно дальше, что будет с долларом. Вообще, будет он понижаться, а так уже он будет этим, вот уже сегодня будет ездить на своей новой машине, которую так долго хотел. Конечно, раньше за эти деньги можно было взять, когда доллар был по 57, можно было взять, наверное, S-Touring даже. Но, к сожалению, наша страна очень зависит от валюты, и поэтому доллар растет, тачка сразу же дорожает. Ребята, я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизы, если вам что-то не понравилось, пишите вопросы, пишите опыт вашего владения приусами, либо у ваших знакомых, ломаются, не ломаются, либо вы купили со скрученным пробегом, потом это узнали, какие там болячки там у них вылазили, там что-нибудь там, батарею меняли, сколько меняли, за сколько денег меняли батарею, потому что здесь во Владе рисуют цены примерно 70-100 тысяч рублей, примерно за замену батареи, можно купить контракт. Ну, вообще, напишите ваши истории про приус, будет очень интересно. Кто владел приусом, у меня карифаны ездят на 20-м Приусе, на 30-м Приусе, на 50-м скоро будет ездить Приусе. Пообщаемся по поводу Приусов, обменяемся мнениями, будет классно. Если хотите купить Приус, звоните, пишите нам, ответим на все вопросы, сориентируем по ценам, по возможностям, как все оформляется, как отправляются деньги и так далее. Я с вами прощаюсь, пока. Компания «Сферокар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сферокар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.